Крупную партию контрабанды задержали на российско-эстонской границе. При осмотре одного из легковых автомобилей сотрудники Псковской таможни обнаружили металлические подсвечники, кувшин, горн, столовые приборы, статуэтки и этажерку из дерева. При этом в багажном отделении под резиновым ковриком нашли охотничье ружье в разобранном виде и шведскую морскую унтер-офицерскую саблю образца 1878 года. Однако владелец автомобиля не указал их в таможенной декларации. По заключению экспертов, часть предметов является культурными ценностями. Предварительно их стоимость оценили почти в 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.